Привет, друзья! Вы представляете? Вы не представляете, насколько сильно Юрий Вилкул или его опричник Костя Павлов хотят стать мэром. Вот здесь асфальт, где я нахожусь, вот в этой яме, по рассказам главного редактора 1КР, когда-то на выпускной она упала. И сейчас, наконец-то, на 95-м квартале начали ремонт, начали менять асфальтное покрытие. То есть срезают старую пешеходную дорожку и укладывают новую. Но это пока только возле Франсуа. Франсуа, если вдруг вы не в курсе, это когда-то был магазин «Семейка», который Сашка Вилкул незаконно захватил площадь. И сейчас называется это Family Bakery, то есть семейная пекарня. То есть семья Вилкулов по всей стране строит пекарни. И чтобы возле именно этой пекарни люди не спотыкались и могли принести в семью денежки, начали делать ремонт. Но заметьте, скибанная яма до сих пор цела. Именно ее, как раз конкретно ее, и не коснулся ремонт. И вы представляете, насколько сильно и мощно это все на самом деле выглядит. То есть, с одной стороны, нате вам асфальт, а с другой стороны, скиба, купайся, пожалуйста, вот для тебя оставили. Ну, а остальное, как вы видите, все очень-очень круто и качественно сделано. Лишь небольшую часть дороги ремонтируют, это во-первых. Во-вторых, как всегда, по стандарту не обеспечили возможность обхода. То есть людям нужно ходить конкретно вот по вот этой вот жиже. И там девчата, я видел, не смогли сообразить, что есть небольшая дорожка, по которой сейчас, вы видите, идет женщина, что можно обойти. В общем, приходится вот так вот и в шуме, и в грязи, но зато с новыми дорожками. Чувствуете? Вы чувствуете? Это не смог с Арселора, это приближающиеся внеочередные выборы, которые на весну назначены. И вот вам были обещания, сейчас, пожалуйста, дела, на которых воруются десятки миллионов гривен, если не сотни, через фирму Веста Шляхбуд, которая в том числе принадлежит бывшему мэру Любаненко. Сами думайте дальше, что и почему. И очень интересно, как считаете, остальную часть улицы тоже отремонтируют или покладут на это все, как обычно?